Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром обязательно поставьте лайк к этому видео. И если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. На 100-м году жизни ушел чешский кинорежиссер и сценарист, заслуженный артист ЧССР Антонин Кахлик. Он родился 26 февраля 1923 года в Кладно, Чехословакия, ныне Чехия. В 1950 году окончил ФАМУ в Праге. С 1956 года состоял в штате киностудии «Барандов». Как режиссер обращается к различным жанрам – комедия, приключения, сказка и история. Преподавал ФАМУ. Был председателем секции кино, радио и телевидения Союза работников театра кино, радио и ТВ ЧССР. Снял фильмы «Июньские дни», «Нас было 10», «Смерть за занавесом», «33 серебряных перепелки», «Принц Баяя», «Преступление в голубой звезде», а также «29-й», «Веселье до утра» и «Волшебные приключения». Он являлся членом жюри 8-го Московского международного кинофестиваля. Светлая память замечательному кинорежиссеру Антонину Кахлику.